Жизнь сейчас сложная, но я мечтаю о том, чтобы люди, живущие, ну хотя бы в Беларуси, понимали ту политику, которую мне приходится осуществлять в Беларуси. Но я реалист, знаю, что большое видится на расстоянии, и все познается в сравнении. Это не я придумал, это аксиома. Идут информационные войны. Идут войны, и развернулась страшная драка за умы людей. Используют любой случай, даже вот эту пандемию, но я вас предупреждал еще в начале прошлого года, пройдет эта и пандемия, но где будем мы в результате? Я вас предупреждал о том, что этим моментом сильные мира сего постараются воспользоваться. Смотрите, ситуация непростая. И нам надо объединиться, чтобы не потерять свое, то, что принадлежит нам. Кто бы мог, владыка, подумать, что сегодня в ночь, ну, по-нашему, буду штурмовать Капитолий. Цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа, но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди. Поэтому нам надо собраться. Нам надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал. Плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже, когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном. Чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный, но я не могу допустить, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель. Мы должны все вместе собраться и образумить тех, кто сегодня этого не понимает. Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит в центре Европы. Это схватка. И не дай Бог, она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это главное. И я вас прошу об одном, чтобы с вашей стороны было понимание. Мы сохранили межконфессиональный мир. Всем хватает места. Так и должно быть. Нам надо этот мир сохранить. Мы для всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси. Но нет этой межнациональной драки и межрелигиозной. Ни в одной стране этого нет. Это надо сохранить.